Надеемся, вы разделите наше стремление к совершенству. «Белуга» сделана с гордостью. Сибирь. Один из немногих заповедных уголков на планете. Завод не случайно был основан в сибирской глубинке. Место было выбрано на основе поиска идеальной воды для идеальной водки. Енисейские купцы второй гильдии Сазон и Александр Телегины в 1900 году построили Мариинский казенный винный склад. История завода насчитывает уже более 110 лет. За годы существования завода сменилось 5 поколений технологов, которые передают свой опыт и мастерство будущим поколениям. Ассортимент выпускаемой продукции был стандартным для всех сибирских предприятий. Обыкновенное и столовое вино. Вино в 40 градусов, спирт в 90 и в 95 градусов. Сегодня Мариинский ликероводочный завод – одно из старейших предприятий Сибири, оснащенное самым современным оборудованием и системой контроля качества производства. Более 100 лет вековые исконно русские традиции и уникальная рецептура воплощается в продукцию завода. Вершиной мастерства стало создание водки «Белуга» – продукта высочайшего качества, созданного искренними профессионалами, стремящимися к совершенству. Солодовый спирт, на основе которого приготавливается водка «Белуга», практически не используется в современной России. Этот спирт производится по особой технологии, не из обычной пшеницы, а из солода, пророщенного зерна, что позволяет при процессе брожения не использовать искусственные добавки. Солодовый спирт сбраживается лишь за счет исключительно натуральных ферментов. Солод дает спирту и водке гармоничный вкус, без жжения и сладковатое послевкусие. Другой важный компонент – артезианская вода, найденная по принципу терруара. Скважина расположена в экологически чистом районе. Вода, добываемая из 330-метровой скважины сибирского кварцевого пласта, имеет уникальные характеристики, обладая особенными свойствами минерализации. Система водоподготовки и водоочистки организована защитным образом, чтобы сохранить полноту вкуса и естественные природные свойства воды. Все ингредиенты, используемые для водки «Белуга», проходят тщательный отбор мастерами купажа и технологами. Натуральные компоненты, в том числе растения, произрастающие только в Сибири, секрет чистоты и неповторимого благородного аромата водки «Белуга». Чтобы все ингредиенты сохраняли свои натуральные полезные свойства без использования химических заменителей, была разработана и запатентована специальная система фильтрации. Перед началом производства водки «Белуга» воду подвергают дополнительной фильтрации без технологической обработки. Затем солодовый спирт и воду смешивают, полученную смесь подвергают дополнительной многократной очистке. Сначала водно-спиртовая смесь проходит через фильтр с кварцевым песком, а затем происходит тройная фильтрация через колонки, заполненные березовым углем и импрегнированным серебром. После угольной колонки еще одна фильтрация через колонки с кварцевым песком. Этот старинный и трудоемкий метод делает водку «Белуга» идеально мягкой, не похожей ни на одну другую в мире. «Белуга» содержит в 5 раз меньше сивушных масел, чем допускается по российскому ГОСТу и международному стандарту качества. Безупречность водки «Белуга» – это строгое соответствие утвержденным рецептурам, точный подбор ингредиентов и жесткий контроль производства на всех его стадиях. На каждом этапе приготовления «Белуги» производственно-техническая лаборатория проверяет качество напитка, проводит физико-химические и органолептические анализы. Самое финальное в этой емкости.
Перед заключительным этапом водка «Белуга» поступает в специальные резервуары. Здесь водка успокаивается, отдыхает, химические процессы замедляются, вода и спирт равномерно распределяются. Чем дольше отдыхает водка, тем более полным становится ее вкус. Этот метод не имеет аналогов в мире. Так делают только водку «Белуга». Безупречному продукту требуется совершенная форма. С таким же вниманием мы отнеслись к созданию упаковки. Элегантная форма бутылки разработана дизайн-бюро старинной французской винокурни. Она изготовлена из чистого и прозрачного оптического стекла, такого же, что используется при производстве высокотехнологичных оптических приборов. Вручную наклеивается на этикетку и металлическая рыбка «Белуга» – символ чистоты природы. Наша страсть к совершенству привела к созданию ограниченной партии суперпремиальной водки «Белуга Gold Line». В отличие от «Белуги Noble», «Белуга Gold Line» отдыхает 3 месяца. Это делает ее вкус еще более изысканным и утонченным. Создание бутылки «Белуга Gold Line» является настоящим ритуалом. Пробка бутылки укупоривается мюзле. А затем опускается в специально приготовленный сургуч определенной температуры, цвета и вязкости. Чтобы открыть бутылку, потребуется специальный молоточек со щеточкой. Молоточком сбивается сургуч, остатки которого затем аккуратно удаляются щеткой. Каждая этикетка водки «Белуга Gold Line» снабжена уникальным идентификационным номером. Его вручную наносят мастера на производстве. Это дополнительная гарантия высочайшего качества и изящного вкуса водки «Белуга Gold Line». Перед тем, как отправиться к своему покупателю, каждая новая партия водки «Белуга» проходит самую важную проверку. Водку дегустирует группа экспертов в составе специальной дегустационной комиссии. Ну что, цвет чистый, прозрачный, я бы сказал, с блеском. Типичный водочный аромат без дополнительных примесей. И свежий, с легкими солодовыми тонами. Согласен. Мягкий, насыщенный вкус. Округлый, бархатистый, совсем без жжения. И согревающие, чуть-чуть сладковатые послевкусие. Исключительный продукт. Только так можно убедиться, что вкус и аромат остаются неизменными. Начинаем погрузку. На заключительном этапе водка аккуратно упаковывается и отправляется на склад готовой продукции. Отсюда она начинает свое путешествие в сотни уголков по всему миру.
друга, мы надеемся, вы разделите наше стремление к совершенству. «Белуга» сделано с гордостью. Бренд амбассадора «Белуга» должны соответствовать особенному статусу. Внешний вид амбассадоров должен быть элегантным и утонченным. Цвета одежды и аксессуаров должны соответствовать цветовой гамме бренда «Белуга». Девушкам рекомендуется классическое черное платье-футляр, туфли на высоком устойчивом каблуке, чулки телесного цвета, без дополнительных рисунков. Ногти должны быть аккуратными, естественными. Маникюр французский. Прическа классическая, элегантно убранная. Мужчинам рекомендованы классические брюки черного цвета. Приталенная рубашка актуального кроя. Короткая, стильная, не вызывающая стрижка. «Белуга» — это часть мира лакшери. Представляя бренд, вы являетесь его лицом. Вы должны быть дружелюбны, но при этом держать дистанцию. Вы должны уважать гостей, а не бояться их. Вы должны вести себя учтиво и интеллигентно. Персоналу, олицетворяющему бренд «Белуга», категорически недопустимо присаживаться за столик гостей, фамильярничать с гостями, собираться группами и вести громкие посторонние разговоры, прислоняться к стене, сидеть в зале и принимать пищу, курить носовым платком и расческой можно пользоваться только в подсобном помещении. Представлять водку гостям нужно следующим образом. «Белуга Нобл» — это не просто водка, а предмет наслаждения. Профессиональные дегустаторы отмечают приятный аромат, благородный вкус и сбалансированное глубокое послевкусие. Водка «Белуга Gold Line» — авторский продукт, неотъемлемая часть мира гастрономии. Каждая бутылка «Белуга Gold Line» собирается вручную и имеет индивидуальный номер. Уникальные технологии подготовки и отдыха придают водке запоминающийся мягкий и округлый вкус. Демонстрируем бутылку. Накрываем горлышко бутылки салфеткой. Молоточком взбиваем сургуч. Очищаем пробку и горлышко щеткой. Раскручиваем мюсли. Оставляем мюсли, пробку и молоточек на пирожковой тарелке рядом с бутылкой. Наливаем «Белугу» гостям. Оставляем бутылку на столе или в айс-бакет. Надеемся, вы разделите наше стремление к совершенству. «Белуга» сделано с гордостью.